такие, они же прям в воду такие вообще никогда не залезут. Смотрите, да? Это только я тебе сказал, я напалил. Нифига себе. Нифига, первый раз я еще больше пользуюсь. Только укуси. Еще говорит. Там на нее поливаешь воды из ведра, она бежит, драпает. А, просто когда у нее? Да, она туда не ложит, она убежает. Ну, она, кстати, заметила, даже быстрее бегать не стала. Она же так не могла сразу. Вот я вот так вот раз и получил. Вот так вот они драли. Палка вообще вот так. Слушай, смотри. Ну что, как знаешь? Он же больно ему будет отдавать. Тогда уже не будет. Просто я вот тогда хотел разбивать палку, не толкнул. А что силу свою силу. И ты мне такой силу. Вот где-то так, вот ему было месяц, второй месяц, и вот он у нас сколько живет. Где? К нам идет барсук, это молодая самочка. Мне ее включили годика, зовут ее Катя. А, бабушка, все. Молодые люди, от меня не отходят. А, нет, а...
Где любитель использовать вместо полотенца, будьте к этому готовы. Зубарь, не лей. Надо было полотенце. Еще старается выливать самый светлый там. Потомство может вынашивать от 270 дней до 430. То есть достаточно полтора года ходить в стадии беременности. А это происходит только лишь в том случае, если потомство должно появиться к осени, оно, естественно, может ходить. Это у них у всех два такая. А больно, нет? Конечно, боже, прям прокусить можно. Может, но не сильно кусается. Вот, вот ну, если разыграется, тогда руку пропустит. Она, а что там мясо? Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Оседлал! Как барсук, так и выбрать, это все одно семейство, но выдва приспособлена к плаванию, барсук живет в норе в полной темноте. Нет, это тоже пошел. А поэтому вот это такая вязка. Барик выгоняет отсюда абсолютно всех, даже когда медведи взрослые. Была бы зима, можно было бы еще погладить. А сейчас у него брачный период, она довольно дико. Она сейчас даже не на руку бьет. Горько пальцев такая с человеком. А вообще хоть на пианино. Вам тоже будет уже каждый телефон. Не сядете на фоточку, залезете в карман, телефон достанете. Это рушкотники, воришки, забияки.